В Йыхве состоялся второй фестиваль кукольных театров, в котором приняли участие и показали свои спектакли артисты не только из Эстонии, но и России. Если в прошлом году фестиваль проходил в павильонах торгового центра, то в этом году зрителя встречали артисты в Йыхвеском концертном доме. Идейные вдохновители фестиваля, театры Липатрину и Тулявески, вместе со своими коллегами сделали все возможное для того, чтобы программа была интересной как детям, так и зрителям постарше. И их труды были не напрасны. Театральные постановки на эстонском и русском языках собрали в концертном доме множество гостей. Фестиваль открыли артисты кукольного театра Тулявески, показавшие спектакль «Дюймовочка». Помимо театральных постановок, зрители могли посетить небольшие театральные мастерские и сделать сувенир собственными руками, а также познакомиться на выставке с куклами, которые когда-то использовались в театрах. Были представлены как куклы небольших размеров, так и весьма внушительных. Дети с родителями в перерывах между спектаклями выстраивались в очередь для того, чтобы сфотографироваться у понравившегося сказочного героя. Второй фестиваль кукольных театров, состоявшийся в Йыхве, по мнению организаторов, прошел успешно. Приятно было видеть полный зал уже на первом спектакле. Интерес к мероприятию не пропадал у зрителей и в течение всего дня. А это дает надежду на то, что состоится и третий фестиваль кукольных театров, создав тем самым в Ида Вирума еще одну добрую традицию.